Иван Моисеенко в фильме «Мальчишник в Екатерин-Вегасе». Ничего вообще не помню. Где я? Ты что творишь? Ты вообще кто? Я Егор Зимний. Что ты тут делаешь? Я мастер-тренер. Я элита. Кажется, закончился какой-то год. Я вообще ничего не помню. Спокойно, элита, сейчас выясним. Я загляну в бухгалтерию. Похоже, мы открыли клуб в Тюмени. Как в Тюмени? Так. А мы же еще на Ясной открыли клуб. А, мы же еще в Максидон переехали. Спартакиаду, помнишь, как ее можно забыть? Наташа, ты убийца. Фитнес-баттл. Билдинг на Уктусе. Проект «Перевес». Вообще не год, а легкая прогулка. Никаких проблем. А в Красноярске, собственно, мы будем смотреть готовность нашего клуба, который там появится уже в июле. Мы наконец-то добрались до Красноярска. Вот это наш бассейн. Здесь будет ресепшн. Для того, чтобы вы понимали, осталось на самом деле поставить мебель и немного доделать потолок. Как вы видите, тренажерный зал огромный, 730 квадратных метров. Очень просторный, светлый и практически готовый. Казалось бы, как всегда, ничего не готово. Но по нашей доброй традиции, примерно в последние две недели мы успеваем все подготовить. Мы надеемся, что в июле месяце, где-то в середине, может, ближе к концу, клуб в Красноярске будет запущен. Мы ставим себе сроки, выжимаемся, достигаем этого и становимся сильнее. Состояние, когда вроде как уже многое чего сделали, и все уже герои, все же хорошо. У нас сейчас идет голосование на Е1, на народную премию. Хотим мы победить или нет? Мы объявляем диванам войну. Подтвердить, что мы способны достигать результатов. Мы не болото какое-то. Заряжает! There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer.
say what they want now. Cause we'll be screaming out. We can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. У меня на случай проигрыша есть другая кофта. Брайт Фит. Приглашаем на эту сцену генерального директора сети фитнес-клуба Брайт Фит Алексея Романова. Я хочу поблагодарить всю команду Брайт Фит, сотрудников. Второе, я хочу поблагодарить всех наших клиентов, которые приходили, голосовали и болеют за нас. Большое спасибо. Спасибо вам и поздравляю. Да, это был классный год. Ваня прислал фотографию. Новаков, он всегда за нами подглядывает. Посмотрим, но только один разик. Да пребудет с нами сила. We're unstoppable.